вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в нашей программе. Так, всем привет. Продолжение слов кабины. Так, ставим эту рамку. Первое, что делаем. Так. Вот здесь она. Так, ширина ящика аккумуляторного 50. Рамки 58. Вот. Следовательно, сейчас мы выпиливаем вот в этом кронштейне. Местечко под нее по размерам, то есть ширина самой рамки 9, значит, плюс 10 сантиметров, 10, значит, пропил, чтобы она сюда нам повисла. И также с той стороны. Сначала с нее выпилим. Сейчас. Ну вот как-то так, рама запилена, все вставлено. Зазоры вымерены. 3 сантиметра здесь. Так, и здесь. Ушки висят. Так, также здесь получилось. Вот она. Почти вплотную. Корпусу, но не критично так-то. Нормально все. И здесь прихвачено будет. Здесь остались уши под капот. И дырочка, отверстие. Ну, может, как дырень. Ну, как-то так. Продолжаем. Вот так оно в закрытом состоянии. Так. Ну, капот не все, потому что у меня петли не отрегулированы на нем. Но вот так он ляжет. Тут как бы что-то есть. Ну, как-то так. Надо петли отрегулировать. Я его когда снимал, не поставил правильно. И он немножко сдвинулся с места. Ну, суть понятна, как-то так. Вот. Так, что мы имеем? Так, 73 сантиметра. Это начало изгиба крыла. И стойка двери. Так, дальше. Ну, вход получается где-то дверь на 60, как и есть. Так, дальше. 102 сантиметра. Это середина. 112 сантиметров. Это середина как бы крыла и колеса тоже. Так, ну, сегодня почти все ясно. Просто увеличился, получается, проход.